В 2017 году впервые Казахстан в лице Алматы Management University вошел в топ-3 бизнес-университетов Центральной и Южной Азии в глобальном рейтинге Eduniversal. Мировое рейтинговое агентство Eduniversal оценивает лучшие бизнес-школы в 154 странах мира по уровню известности и влияния, присуждая им от 1 до 5 пальмовых ветвей и присваивая уровень от бизнес-школ с локальным влиянием – это 1 пальма, до вузов с сильным глобальным влиянием – 5 пальм. Рейтинг также выявляет топ-3 бизнес-школ в каждой из 9 географических зон. Из 13 тысяч бизнес-вузов мира рейтинг сначала отбирает 1000 сильнейших бизнес-школ, ориентируясь на количественные и качественные критерии. Государственные расходы по образованию на душу населения, уровень ВВП, численность населения страны, количество учащихся вузов, специфика народного образования страны, число средних учебных заведений и история традиций системы образования. Учитывается также наличие аккредитаций, место в престижных рейтингах, участие в международных академических ассоциациях, сети партнерства деканов и бизнес-школ на местном и международном уровне, количество упоминаний о вузе в публикациях и на сайтах, признанных в сфере высшего образования. Из 1000 лучших бизнес-школ, отобранных по этим критериям, сильнейшие выявляются в ходе голосования 1000 деканов этих бизнес-университетов. Голосование 2017 года со всей очевидностью показало, деканы мировых бизнес-школ знают Казахстан благодаря Алмаю. А Алмаю, в свою очередь, благодаря глобальному рейтингу и своему месту в нем, улучшает качество своих партнеров. Ведь лучшие тянутся к лучшим. В этом году в рейтинг Eduniversal из Казахстана, помимо Алмаю, вошли КИМЭП и Graduate School of Business Nazarbayev University. И по результатам голосования Алмаю подтвердил позиции топовой бизнес-школы в мировом рейтинге Eduniversal 2017, став третьим среди 68 вузов, входящих в географическую зону Центральной и Южной Азии. Важность этого достижения иллюстрирует тот факт, что такие же третьи места в своих географических зонах заняли бизнес-школа Массачусетского технологического института, Лондонская школа бизнеса и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета. На мировой карте бизнес-образования Казахстан впервые поднялся так высоко. Альма-матердің кез келген жетістігі, әсіресе әлемдік рейтингтегі жеңіс, менің дипломымды аса маңызды етеді. Это повышает и мои позиции на рынке труда, способствует росту доходов и успешной карьере, при условии, конечно, что я сама развиваюсь и не стою на месте. Аккредитация дает уверенность, что Алмаю действительно лучший. The word accreditation is an important issue while foreign students choose university. Congratulations, Алмаю. Повышаются интересы иностранных преподавателей к нашему вузу, они приезжают к нам читать лекции, соответственно, усиливается конкуренция, и мы развиваемся и растем. Рейтинг артықшылықтарымызды айқындап, мүмкіндіктерімізді байқауға септігін тигізді. Бывая в зарубежье, в ближнем и дальнем, я удостоверился в том, что наш университет не только слышали о нашем университете, но его знают и даже хотят в нем побывать. Поздравляю, Алмаю. Рейтинг Eduniversal. It is a new stage of international recognition of Алмаю. Я хотел бы от всей души поздравить коллектив Алмаю, его лидера Асылбек Базарбаевича Кожахметова с этой заслуженной наградой. Вы действительно проделали огромную работу, я свидетель этой работы. Спасибо, поздравляю вас. Занять такую позицию – это престиж не только для образования Казахстана, но в целом для конкурентоспособности самой страны. То есть узнаваемость страны – это узнаваемость через бренды, в образовании. И бренд образования в области бизнеса – это как раз-таки Алмаю. В 2017 году Алмаю вошел в топ-3 бизнес-школ Центральной и Южной Азии глобального рейтинга Eduniversal. К 2020 году мы ставим цель получить 5-ю пальмовую ветвь рейтинга. Вперед к мировым вершинам! Алга Алмаю! Алга Казахстан!